Здравствуйте, господа. Стадион замер в ожидании интереснейшего матча. Он начнется вот-вот, и для вас уже работают ваши комментаторы Василий Уткин и Василий Соловьев. Добрый вечер, Василий. Добрый вечер, друзья. Сегодня мы очень серьезно готовились к этому матчу, потому что он, честное слово, непредсказуем. Столько прогнозов было с утра в газетах, но какой же из них окажется верным? Кубковое состязание, скажу вещь банальную, все-таки очень не похоже на обычные игры чемпионата. В них команды не могут себе позволить играть не в полную силу. Все решает только победа и только сегодня. Ну а проигравшему, как говорится, упокоенное забвение. Поэтому сегодня нам предстоит посмотреть настоящую битву. С угла вратарской мяч уходит ввысь. Команда полностью перешла на чужую половину поля. Ну что, пора поискать партнеров. Какой хороший пас. Мяч отлетает от вратаря. Вратарь вводит мяч в игру. Мяч у защитника. Игрок пасует назад, в свою штрафную. Может быть, это гол? Прекрасный бросок и мяч в руках голкипера. Назначается угловой удар. Прекрасная возможность. Мяч уходит за пределы поля. Удар от ворот. Один удар, давай же! И это гол. Первый гол в сегодняшней встрече. Команда совершила прорыв, в итоге счет 1-0. Я всегда говорил, что его можно одного в поле выпускать. Мяч липнет к нему, как на магните. Он всех обводит и забивает. Как он мяч здорово принял. И гол. И гол. И промах. Да это какой-то табун защитников. Они затоптали его. Он пытался пробить. И пробил. Молодчина. Он отдает точный пас. Кажется, они решили взять ворота числом. Отличный шанс. Отлично. Вратарь действовал эффективно. Голкипер сегодня, ну, просто монстр. И реакция, и грамотное расположение в воротах, и хватка какая! Бей же! Мяч отскочил от штанги. Очень трудная ситуация. Ну и что же, гол теперь, да? Атака развивается поступательно, но важно быстро принимать решение. И мяч словно прилипает к перчаткам вратаря. Блеск! У нападения множество вариантов. Такие вещи нельзя прощать. Опасная атака. Всей командой пошли вперед.
Нужно забивать. Он забивает гол. Счет становится равным. Хорошая равная борьба. И счет на табло снова не может выделить чье-либо преимущество. Надо бы посчитать, сколько мячей забиты этим футболистом с 7 минуты, а сколько стоит, которые мы считаем слабым. Ну что будет? Длинный пас. Какая небрежность. Судья останавливает встречу. Штрафной удар. Владеет длинным пасом этот защитник. Можно играть. Мне кажется, для того, кто мог принять правильное решение, это определенно фол. Четко взаимодействует команда. Ну что ж, неплохая атака. Арбитр прекрасно разобрался и не стал его прерывать с предварительными свистками. Однако преимущество так и не было реализовано. Нападение в ударе сегодня. Нарушение правил. Штрафной. Мяч. Команда ликует. И для этого есть все основания. Вы видели, какой гол? Какая великолепная игра. Всегда существует вероятность гола со штрафного удара. Вот сейчас гол как раз и забит. Будет гол. Мяч в руке. Памятник на голу. Рефери разводит в сторону. Надо играть. Хорошее продолжение. Активная цепкая игра. Сейчас главное быстро принять решение. Слишком легко отобран мяч. Правильно, не надо бояться длинных переводов. Да, мяч у него отнять непросто. Он бьет. Арбитр показывает отворот. Первый тайм подошел к концу. 2-1. Арбитр дает сигнал к началу второго тайма. Мяч у защитника. Хорошая работа с мячом. Мяч у защитника. Голкипер далеко выбивает мяч в поле. Ну же, давай! Эх, штанга! Судья сигнализирует об офсайде. И все-таки защита перехитрила нападение. Выскочил прямо на липовый офсайд. Хороший, точный пас. Похоже, команда поймала ритм. Игроки превосходно чувствуют друг друга. Сразу несколько игроков готовы принять пас навесом. Голкипер берет этот мяч. Фантастический гол. Эта команда. Счет 3-1. Ни один вратарь в мире не смог бы поймать этот мяч. И не надо со мной спорить. Прямо в нижний угол. Такой удар можно достать только из сетки.
и мяч в воротах соперников. Блестящий гол. Только пробить осталось. Самоотверженный гол защитник. Фантастический проход. Отличный гол защиты. Так, уже интереснее. Они отстают всего на один гол. Счет 3-2. Прямо слышу, как болельщики обвиняют во всем голкипера. А не надо этого делать. Игрок ударил низом. И очень сложно взять такой мяч. Отлично. Но команде нужен еще как минимум один гол. Да, похоже, у этого парня соперников сегодня нет. Нужно тут же забить. Игрок забивает мяч в ворота. Даже представить себе не могу, как чувствуют себя игроки. Они вели. А соперники снова сравняли. Вот так буквально в несколько передач дошли они до ворот. И гол. Оборона контролирует мяч. Защита грамотно играет. Конечно, рискованная передача, но какое обострение. Нет, вы посмотрите, какой дриблинг. Никто мяч не отберет. Защитник не может, но Лукаро убивает мяч за боковую линию. Игрок принял мяч на корпус и пытается укрыть от защитников. Интересно, получится ли у команды реализовать этот угловой удар. Команда рвется в штрафную. Пошла вся команда. Нужна точная подача. Какая возможность? Пока не расстается он с мячом. Ну давай же, давай. Отличный пас. Вся команда в атаку пошла. Какая игра! Можно навешивать. Надо забивать. Мяч был почти в воротах. Фу ты, а мы уж распереживались прям. Нет никакого гола. И этими выходами один на один никого не удивишь, если не забиваешь. Атака развивается поступательно, но важно быстро принимать решение. Потеря мяча здесь — это просто непростительная ошибка. Точный прицельный пас. Хорошая игра. Он был обязан спасти ворота, и он сделал это. Он получает мяч и тут же бросается в атаку. У нападения множество вариантов. И они выбивают мяч из штрафной. Нападение в ударе сегодня. Давай, вся команда на тебя смотрит. С полуслова понимают друг друга парни. Красивая серия передач. Люблю я это. Все спокойно, все под контролем. У, как их много. Что-то задумали. Пусть этот шанс. Ну, интересно, что теперь будет делать игрок. Кому отдаст мяч?
отличная игра в обороне. Так, замечательно. Атака по флангу. Фланговый навес. Вратарь выбивает мяч. О, да, мяч в ворота. Очень-очень важный гол был исполнен только что. Он может привести к победе. Только посмотрите на фанатов. Их уже не остановить. Они празднуют успех любимой команды. До конца оставалось буквально несколько минут. Но команда не упустила возможности забить гол. Судья, по-моему. Мяч уходит за лицевую, угловой. Он свободен, отличная возможность подавать. Неплохую передачу сочинили. Атака по флангу. Неплохой пас верхом. Мяч сотрясает перекладом.